Ну что, девочки мои хорошие, вот я сделала такое объявление. Сейчас зашла в супермаркет и попытаюсь, чтобы мне разрешили повесить свою продажу. Посмотрим, получится у меня или нет. Девочки, все получилось. Сделали отметку на 2 недели. Вот видите, она написала, по какой день будет висеть это объявление. Мне осталось еще заехать 2 таких же супермаркета и также вот повесить свое объявление. Потому что вот я вам говорила, что я не могу продать их на наших местных сайтах. Не разрешается медицинские суплайсы продавать. Вот так. Все, сейчас быстренько пробегусь. Может быть, что-то подхвачу из продуктов. И все, ребятки. И вот такое. Вот, девочки, смотрите, зашла в другой этот супермаркет, да? Не Walmart. Смотрите, каждый гранат стоит $4. Плюс налог, в общем, будет все $4.25 за один гранатик. Вот так. А в Walmart гранат стоит $1.75. Вот все вот такие вот эксклюзивные фрукты, так скажем, для Америки. Вот тоже тропическая папайя. 3,99. Азиатская груша $3. Одна штучка вообще уже. Так, покупаю бананы для молочного шейка. И сейчас посмотрю киви. 2 штуки за $6. Вообще купили. $3 одна штука. Я покупала целую упаковку, там штук 10 было. По-моему, за $5 на оптовом маркете. Ладно, беру бананчики. Девочки, вот еще раз акцентирую внимание, насколько дорогой здесь укроп. Смотрите, 2 такие упаковочки за $5, то есть 1-2,50. Конечно, в европейских магазинах, которых у нас нет, в азиатских, там целые пучки, кусты укропа за $1 можно купить. А здесь, видите, в супермаркетах вот такая дороговизна, дороговизна. Мята то же самое, 2,50. Это что? Сандра, забыла, как переводится, господи. Забываю. Ну ладно, выходим. Выходим, уходим отсюда. Буряк замечательный. Сегодня, посмотрите, какой шикарный размер. Наверное, надо взять, потому что не всегда такие большие клубни попадаются. Бывают вот такие вообще в 2 раза меньше. Тоже количество и стоит те же деньги. Вот смотрите. $4. И вот под каждым овощем, видите, можно наблюдать немножечко, как говорится, что содержит этот овощ. Вот это неплохо придумано. Ой, девочки, посмотрите. Арбузики. Написано индивидуальный размер. Персональный размер. Смотрите, помещается в ладонь. И масипусы $4 стоит. На сейле $1 скидочка. Покупать я не буду. Я купила дыньку. Окей, все, выхожу. Выхожу, Лиля, выходи уже. Выходи. Как обычно, как всегда, девочки. Иду за одним, а покупаю еще 10 наименований. Взяла немножко фруктов. Бурячок взяла, все-таки не устояла перед размером. Так, манго взяла, градела для себя, для Лилуши. Виноград обалденный, обалденный. Я попробовала. Я всегда пробую виноград и клубничку. Нахально открываю и пробую. Так, молоко взяла для шейков молочных. Фаршик взяла для Лерочки, может, для нас сделаю котлетки или же... тефтелечки.
печенька и салатик. Все, вот такой набор. Не шикарный, но все-таки набрала, девочки. Наверное, будет на долларов 35-40. Посмотрим сейчас. Ну что, девочки, девочки мои, красотулечки, потихонечку выхожу на связь. Вот, отоварилась, сдала посылочку, немножечко поработала. У меня было 2 аппоинтмента сегодня. Примерила платьице, но все так быстро-быстро делала, потому что оставила Дела дома, девочки. Да, Дел у меня становится самостоятельным, и мы это уже практикуем. Вот я его оставила сейчас на 2 часа. Дала в руки телефон, его заблокированный. В том случае, то есть я только могу звонить. Вот, практикую. Сможет ли он поднимать трубочку и отвечать. Так что вот так. Видите, дождливая у нас погода. Прохладненько. Я снова в курточке. Девочки, себя не снимаю, потому что без мейкапа все на скорую руку. Это сегодня у меня выходной. Сейчас спешу домой кормить мужа. Вот такой был коротенький, быстренький шопинг на 30 долларов. Накупила фруктов. Ну, взяла фарш. Да, я вам показываю. Что еще хочу сказать, что бензинчик у нас подорожал. Если я заправляла полный бак, значит, до подорожания обходилось мне 32 доллара, то сейчас я впервые заправила бак автомобиля, и у меня вышло, девочки, практически 60 долларов. Представляете? Я в шоке. В 2 раза подорожал бензин. Так что теперь не раскатаешься и не будешь оставлять включенный мотор, как я это делала иногда, когда быстро-быстро, когда холодная погода, думаю, все, не буду выключать машину. Быстренько все пробегусь, и ничего страшного, бензин недорогой. Значит, теперь буду все выключать, отключать, экономить. Так что вот такой сюрпризик у меня был, когда я заправила машину. А так у нас ничего, все хорошо, справляемся потихонечку, адаптируемся к обстановке Дел. Понятное дело, тоже ему нужна адаптация в домашних условиях. Я вам уже говорила в предыдущем видео об одном моменте, что ему немножечко тяжеловато в том плане, что ему приходится перемещаться. Перемещаться это не так уж приятно, потому что нужно, да, усаживаться в машину, потом перемещаться в кресло, потом мы едем, значит, в эти госпиталя, подниматься на лифтах, регистрироваться. В общем, да, Дел в социуме. И он старается всегда, как говорится, быть со мной. Но иногда вот я его уговариваю, что Дел, вот оставайся на 2 часа, ничего страшного с тобой не случится. Я быстренько-быстренько сделаю дела без тебя. Ну, мы так несколько раз уже практиковали. В общем, все нормально, все хорошо. Мы живы, здоровы. Того и вам желаем, девочки. И с прошедшими всеми вашими, нашими праздниками. У нас скоро будет, значит, Mother Day. Но, девочки, в этот праздник я остаюсь без цветов. Чидел, само собой, не может мне подарить цветочки. Но Дэниел, мой сын, сказал: мама, ну что, нужны цветы? Хочешь цветочки? Я говорю: Даник, ну, наверное, не надо. Сэкономь, не нужно. Не нужно мне цветочки. Я знаю, что ты всегда внимательный ко мне. Что ты любишь меня, ценишь меня. Поэтому говорю, что не надо. Так, девочки, пропустила поворот. Заболталась и пропустила. Теперь такое движение в ту и в другую сторону.
куча машин. Сегодня хотела поработать в саду, продолжать очистку, обрезку моих кустарников. Но, видите, вот что-то мне не везет. Как выходной, и погода не соответствует, чтобы работать на улице. Видите, вот в этот выходной даже дождик идет. Те выходные было холодно, просто руки замерзали. Я выходила, немножко работала, ну и часики все, потому что ну невозможно в такой атмосфере работать. Понимаете, получать удовольствие. Хотелось быстренько все сделать и зайти вовнутрь. Так что вот так, не везет мне, девочки. Все, буду более активна, девочки. Теперь я концентрируюсь уже на YouTube. Прошли те очень серьезные, важные моменты, когда я дело забрала, и когда я не знала, за что хвататься в первую очередь. Понимаете, сейчас все уже, я уже знаю, что к чему, когда и зачем. Подъезжаю я к своему дому, буду разгружаться и быстренько готовить ужин. Буду сейчас запекать лососик. Немножечко сниму вам, чтобы вы посмотрели, как говорится, процесс. Все, мои хорошие, до встречи на кухне. И вот мои позолоченные сидят, смотрят телевизор. How are you, honey? Good. Are you happy? Лерочек, are you happy? I love you. Лиля, come back. Лиля, come back. Yes, yes. Yes, money. Okay, honey, all seems good. You know, get up. You know, stand up. No, no stand up. Really? Well, there was no place to go. No, I poops it. No, okay. Where are you going? Lila will be make supper now. It will be salmon, honey. No. Do you want salmon? No. No? You like? Fettuccine, chicken fettuccine? Yeah. Okay. Okay, will be fettuccine chicken. Okay. Закрыла я калитку, видите, такая у нас калитка. В общем, доску поставила, чтобы Леройчик не выбегал вниз, потому что он там роет землю и прибежит, в общем, очень грязный. И все на свете будет грязное. Вот, девочки, видите, все остановилось. Обрезала я яблоньку одну, вот там, где скворечник желтенький. И все остановилось. Все ветки на полу, хотела сжигать вот то, что я собрала. Все, ничего не получается, ребята. Так что заниматься буду сейчас домашними делами. Сейчас сделаю ужин и иду, наверное, немножечко подогнать работу, шить иду. Вот такой дождь. Ой, кошмар. Только выстрелила подушки, пришлось мне сегодня утром снова собрать их и поставить внутрь дома. Вот так. А вчера я уже отдыхала здесь, пила кофеек после работы. Немножечко, как говорится, позагорала, на солнышке побыла. А Дела тоже я выносила на балкон. Он тоже тут сидел, играл с Купером. С Купером, слушайте, Купер вспомнил меня, собачка моя, померянец. Ой, девочки, до сих пор скучаю. Играл с Лероем, бросал ему эти игрушки. Леройчик поднимал, приносил, и вот так вот они играли, в общем, здесь. Ну, а сегодня вот так. Никак. Все, девочки, иду готовить ужин. Выставила я цветочки на дождик. Вот, видите, хотела тоже посадить эти анютины глазки. По-моему, так называются. Но. Давай, Лерой, come in. Come, Лерой. Good boy, good boy. В общем, пока будет готовиться ужин, основное блюдо, я даю перекус. Это брокколи суп, видите, там и морковочка, и сливочки,
В общем, такой вкусненький. Мне даже нравится этот супчик. Диетический. Несмотря на то, что добавлены сливки. Но сливки добавлены не жирные. И вот по американским традициям они супы не едят с хлебом. Ну, в основном. Они едят вот с крекерами, с печенюшками вот такими. Вот так он их раскрашивает и бросает, перемешивает. И получается более такая плотная масса. И вот тогда вот он ест. Вот так его приучили с детства. В общем, ладно. Еду подаю. Вот видите, он наготове уже. Вот так. Видите, печенюшку. В супчик. И ест самостоятельно. Так я его заслоняю. И все. Bon appétit, honey. Okay. Love you. Love you. Так, а тем временем, девочки, вот такая паста, вот такая лапша, ну, не знаю, похоже, как на домашнего изготовления, видите, с добавлением яиц свежих. Я уже поставила варить пасточку. Это я готовила пэнкейки на утро для себя и для Дейла, и что-то так развела много, что, видите, два штуки осталось. Ну, ладно. Или я съем, или же Леройчик может съесть. Так, вот отваривается уже лапшичка. Две ножки. Я для фетучини с курицей использую не белое мясо, а именно вот такое мяско от ноги. Оно более мягкое и сочное. Также я буду вкладывать грибочки, девочки. Все, так быстренько, на скорую руку я вам покажу, как это готовится, кто не знает. А, конечно, это блюдо уже распространено у нас. И многие знают, что такое фетучини с лососем, с морепродуктами, с курочкой. В общем, достаточно вкусно и быстро готовится. Итак, начинаю. Вернее, я уже начала, но мне хочется выпить кофеем, девочки. А потом уже продолжать. У нас как в кинотеатре. В общем, девочки, разобрала я ножки, видите, порезала мелкими кусочками. Старалась, чтобы кусочки были продолговатые, длинненькие. Также нарезала грибочки, шампиньончики. Сейчас немножечко курочка поджарится, и я запущу шампиньоны. Курочка и грибочки уже поджарились. Теперь я добавляю, девочки, домашнюю лапшу. Сейчас немного она соединится с друг дружкой. Я буду заправлять соусом. Соусом Альфредо. Так, хорошенечко перемешиваю. Пару минуточек соединиться. Немножко я поперчила, посолила. После добавления соуса еще раз попробую. Пришло время добавить соус. Вот такой соус у меня, видите, с добавлением сыра. Добавляю. Перемешиваю. Хорошенечко перемешиваю, девочки, одной рукой, держа камеру. Сейчас все соединится, пару минуточек. Так, теперь я добавляю в сыр пармезан тертый. И даст еще более насыщенный и многогранный вкус фетучини. Перемешиваю. Теперь я добавляю, видите, микс из разных видов перца. И все, и блюдо будет готово, девочки. Перемешиваем.
перчик можно добавить еще при подаче. Главное сейчас не переборщить. Итак, блюдо готово. Я могу подавать его для мужа. Вот так выглядит фетучини. Я немножко еще присыпала пармезанчиком. Можно еще перчиком черным присыпать. Вот так же красиво смотреться и вкусно. Пожелайте нам приятного аппетита. Мы вам говорим спасибо за ваше время, за ваши просмотры. Будьте здоровы, оставайтесь с нами. Всего хорошего. До следующих видео. Пока!